И у нас, в принципе, собирается кворум, несколько человек буквально их еще ждем. Поэтому дайте мне, пожалуйста, отмашку, когда у нас начнется трансляция, чтобы мы начинали. В принципе, я готов. Отлично. Коллеги, здравствуйте. Хочу вас поприветствовать от лица организаторов 22-й апрельской международной научной конференции, которая в этом году уже, на самом деле, второй год проходит в онлайне. Для этого есть, конечно, некоторые минусы у этого, но есть очевидные плюсы, что так быстро мы с вами можем собраться, и на самом деле здесь представители есть из разных регионов. И я надеюсь, что большое количество людей смотрит нас в YouTube, потому что я уверен, что сегодня будет очень интересная, самое главное, актуальная дискуссия. Модерировать буду я, меня зовут Евгений Куценко, я руководитель Центра Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Наш сегодня круглый стол будет посвящен общей теме государственной поддержки креативных индустрий в регионах России. Но в частности, и, наверное, это самое главное, он будет сфокусирован на конкретном документе, на концепции развития творческих креативных индустрий и механизмов осуществления государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. Этот документ сейчас разрабатывается, ну, он фактически разработан. Мы ждем, когда он будет наконец-таки принят. Это первое. А второе, уже сейчас, мне кажется, правильно будет обсуждать, собственно, что должны или что могут, какие возможности появляются для регионов для того, чтобы уже сейчас начать делать шаги по развитию креативных индустрий. Что нового для регионов несет концепция, и чем они могут научиться друг у друга и у зарубежных партнеров. Что важно, что я хотел бы как модератор, может быть, подчеркнуть, надеюсь, это задаст некоторый вектор нашего сегодняшнего обсуждения. Концепция основывается на стратегии пространственного развития. В этой стратегии предполагается, что вот эта вот приоритетная поддержка креативного сектора в крупных и крупнейших городах послужит ускорению экономического роста и инновационного развития России. То есть первое, ставятся экономические задачи. То есть это большой сектор, включающий в том числе очень значимый и мощный блок культуры, но задачи ставятся экономические. Второе. Делается ставка на регионы и города вот в этом федеральном документе. Это очень важно. Осмыслить, какова их будет реальная роль и их реальные возможности. Третье. О чем говорится в СПР, вы знаете, что 70% документа – это перечисление перспективных отраслей специализации, и это красной нитью проходит через весь проект концепции поддержки креативных индустрий. Это отрасли специализации. Почему это важно? Ну, потому что важно избежать излишней, неправильной конкуренции, когда регионы начинают создавать то, что есть в других регионах. Мы это прошли много раз. И с промышленностью, и с инновациями очевидно, что не хочется наступать на одни и те же грабли. Более того, специализация и фокус на уникальных компетенциях позволяет регионам кооперироваться, потому что вы понимаете, что вы разные. И эта разность – это основа для кооперации. Кстати говоря, мы на этой неделе презентовали наш атлас экономических специализаций регионов России. И там тоже есть креативные индустрии. Он не посвящен креативным, там все индустрии, промышленные, интеллектуальные услуги. И уже из него видно, что регионы разные. Да, например, в Москве ряд индустрий развит абсолютно. Например, киноиндустрия – это больше половины киноиндустрии в Москве. Но мы видим, например, что больше 40% всей ювелирной индустрии находится в Костромской области. Это интересно, я считаю. Или мы видим, что
Одежда в Ростовской области, Ростовская область номер один, в текстильном производстве, ну, не будет здесь новости, что это Ивановская область и так далее. То есть составлены такие паспорта. Я надеюсь, что это будет лишь первый шаг, конечно, на пути обретения регионами своего нового креативного лица. Потому что просто определить, что у нас есть сейчас, это недостаточно. Потому что умная специализация, которая заявлена тоже в концепциях, она основывается на внутренних компетенциях, совмещает разные отрасли и ориентирована на будущее. То есть это продукт стратегирования внутри региона. И я надеюсь, что концепция и те меры, которые будут предложены, позволят на самом деле показать Россию как такое соцветие регионов, каждый из которых будет силен в своих креативных индустриях. Но прежде чем перейти к дискуссии, я бы хотел попросить представителя Министерства культуры Российской Федерации рассказать фактически публично о основных положениях вот этого нового документа «Концепция развития творческих и креативных индустрий». Жанна Владимировна. Здравствуйте, Евгений. Да, здравствуйте. Очень приятно. Да, Алексеева Оксана Владимировна, заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации. Да, Евгений, спасибо большое. Хочу поприветствовать от имени Министерства культуры Российской Федерации всех участников нашего сегодняшнего круглого стола и передать слова приветствия от Ольги Сергеевны Ериловой, заместителя министра культуры Российской Федерации, которая как раз у нас является сейчас основным ответственным лицом за разработку концепции развития творческих креативных индустрий. И несколько слов скажу об этом направлении, которое для нас новое, но тем не менее активно, дружно, совместно как раз с участниками круглого стола идет для такой своей финальной развивающейся точки, то есть до принятия концепции. Концепцию мы разрабатываем в соответствии с планом реализации стратегии пространственного развития Российской Федерации, как вы уже говорили. И в концепции, для разработки концепции была создана рабочая группа по ее созданию. И в эту рабочую группу вошли ведущие теоретики и практики творческих индустрий в стране. И также представители Минэкономразвития, Минпромторга, Российского союза промышленников и предпринимателей, Агентства стратегических инициатив. Как вы знаете, возглавил группу рабочую декан экономического факультета МГУ Александр Александрович Аузан. Как я повторюсь еще раз, достаточно серьезная рабочая группа, которая работает больше уже там, полугода совместно, и большими усилиями мы проработали эту концепцию, смогли ее согласовать со всеми федеральными заинтересованными органами исполнительной власти. Это и Минэк, это и Росмолодежь, и ФАДН, и Минпромторг России, и, конечно же, это наши регионы, то есть главы субъектов согласовали эту концепцию. На данном этапе мы получили согласие Минфина России с некоторым разногласием. Разногласие это касается налогов, поэтому в этом направлении мы сейчас еще прорабатываем и пытаемся найти общие какие-то точки соприкосновения с Минфином России. Надеюсь, что на следующей неделе мы направим уже концепцию для рассмотрения в правительство Российской Федерации. Что касается основных направлений, конечно, в концепции представлены, и мы определили совместно с рабочей группой основные показатели эффективности к 2030 году, а именно это увеличение доли творческих индустрий ВВП страны до 6%, это увеличение доли занятых в творческих профессиях до 15%, увеличение доли экспорта творческих индустрий в структуре экспорта до 3,5% и превышение экспорта отечественных креативных продуктов над импортом. Итак, как можно этого достичь? Достичь тех самых обозначенных целей, высоких для нас и для Российской Федерации. Мы считаем, что если такие цели будут достигнуты, мы будем одни из самых ведущих стран, которые будут представлять креативную творческую индустрию в мире на самом высоком уровне. Как достичь таких целей? Во-первых,
мы ставим перед собой задачи в концепции оценить состояние креативной экономики в России и определить ключевые параметры экосистемы. Во-вторых, проанализировать и систематизировать действующие меры поддержки творческих индустрий, определить наиболее эффективные из них. После этого, конечно, необходимо создать все необходимые условия для развития творческого предпринимательства. Это и совершенствование нормативно-правовой базы, и создание арт-кластеров, творческих инкубаторов, центров коллективного пользования специальным оборудованием и, конечно, инклюзивная среда для творческой самореализации абсолютно всех граждан. Наконец, необходимо стимулировать рост числа предпринимателей и новых рабочих мест в творческих индустриях. Для этого нужно внедрять цифровые технологии, чтобы именно они помогали нам создавать и распространять творческие товары и услуги. И, конечно, повышать спрос на наш российский творческий продукт. Нельзя забывать об экспорте творческих товаров и услуг, и страны-лидеры в сегменте креативной экономики делают на этом особый акцент. Необходимо увеличить присутствие нашей страны на крупных международных выставках, усиливать сотрудничество в этой сфере с другими государствами, в том числе со странами Тихоокеанского региона, это Китай, Южная Корея и Гонконг. Еще один важный момент нашей концепции – это образовательная составляющая. Сегодня отчетливо виден спрос на образование по направлению творческое предпринимательство. Более того, уже имеется довольно успешный опыт создания подобных образовательных площадок. Например, в Мурманской области, Республике Саха, Якутия, ну и, конечно же, в Москве. Этот опыт необходимо тиражировать, распространять на всю страну, и, на наш взгляд, это станет тем самым мощным толчком для создания творческих инкубаторов и арт-кластеров в регионах. В двух культурно-образовательных комплексах, которые сегодня создаются по поручению президента в рамках нацпроекта культуры, это Калининград и Кемерово, уже сегодня созданы и работают школы креативных индустрий. Подростки здесь знакомятся с базовыми направлениями креативных индустрий. Это фото, видеопроизводство, дизайн, анимация, звукорежиссура, конечно, цифровые технологии и театральные технологии. В рамках учебного плана в этих креативных школах ученики смогут создать собственные проекты и выходить на рынок с этими проектами уже в дальнейшем. Конечно, это часть тех направлений, которые я сейчас смогла обозначить. Я думаю, что в рамках круглого стола специалисты, которые здесь присутствуют, более подробно расскажут о тех направлениях, которые мы вместе разрабатывали. И я хочу пожелать нашему круглому столу успехов, хорошего настроения весеннего и, конечно же, пожелать достижения той самой цели принятия нашей концепции креативных творческих индустрий как можно в самое ближайшее время. Спасибо. Спасибо большое, Жанна Владимировна. Я бы тогда хотел попросить вас или кого-то из ваших коллег поприсутствовать обязательно. Да, я могу представить своих коллег. Это Мария Николаевна Бушкова, директор Роскультпроекта, наше подведомственное учреждение, нашего основного научного центра, я бы сказала, экспертного Министерства культуры Российской Федерации, где как раз мы совместно и разрабатываем нашу концепцию. Пожалуйста, Мария Николаевна, тогда вместо меня. Спасибо. Хорошо. Мы тогда вернемся к вам по итогам, для того, чтобы вместе понять, к чему мы пришли, какие интересные идеи и мысли, достойные тиражирования в регион, нам удалось сегодня найти. Надеюсь, что они будут. Коллеги. Да, только выключите звук, хорошо? Сейчас. Да, благодарю. Коллеги, мы сформулировали несколько вопросов. Я не думаю, что в профессиональном кругу вы сейчас должны себя ими ограничивать, но, по нашему мнению, они очень важны. Это все-таки вопросы специализации, на что делать ставку, либо не делать ставку. Какие меры эффективны? Это то, о чем сейчас сказала Жанна Владимировна. И она сказала про Китай и Гонконг, а мы знаем, как эффективно Китай развивает искусство. Или как Гонконг стал фактически азиатским центром дизайна. Там действительно феноменальные результаты за счет мер поддержки достигнуты. Я надеюсь, что у нас в регионах тоже есть такие алмазы. Давайте мы их находить, их поднимать и обсуждать. Вопросы синхронизации федеральных и региональных мер поддержки очень важны.
как сделать креативную индустрию конкурентоспособными, как продвигать наши креативные товары за рубеж. Следующая большая и очень важная тема. И, наконец, то, что было затронуто, это креативные кластеры, ну и другая инфраструктура, арт-резиденции и прочее. Как все-таки сделать их жизнеспособными в регионах? Это вопрос, мне кажется, очень серьезный и существенный. Коллеги, для нашей дискуссии я бы, во-первых, я очень прошу вас придерживаться лимита 7-10 минут, не больше, и я буду следить за этим, для того, чтобы у нас осталось время на некоторые вопросы и дискуссию. А во-вторых, я предлагаю следующую структуру беседы. Вначале послушать коллег из регионов, которые нам сейчас расскажут, а что они делают, и какие надежды они возлагают на концепцию, какие решения они там видят. А дальше мы уже в экспертном кругу все вместе пообсуждаем, порефлексируем этот опыт. Хотел бы предоставить слово Андрею Евгеньевичу Железнякову, заместителю руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Андрей Евгеньевич, на самом деле, если смотреть на цифры, то Москва, конечно, лидер. Но что интересно, по нашим расчетам, творческий сектор Москвы более чем в полтора раза опережает даже столь масштабную отрасль, как строительство, по доле в валовом региональном продукте. То есть де-факто сейчас креативная индустрия – это уже отрасль специализации Москвы. Но все-таки, исходя из статуса Москвы, какие ставки вы планируете делать и на какие меры поддержки вы возлагаете наибольшие надежды? Да, коллеги, добрый день. Во-первых, я поблагодарю организаторов за приглашение, и мы всегда будем принимать участие в подобных обсуждениях, и приглашайте, мы всегда рады. Действительно, Москва уделяет большое внимание развитию креативных индустрий, и мы очень, сразу хочу сказать, надеемся на все-таки принятие концепции, развитие положений, которые обозначены в концепции. Как раз я считаю, что не хватает во многом на сегодняшний день вот таких понятийных закреплений в законодательстве всего, что касается креативной индустрии. Начиная с креативных кластеров, у нас, кстати, в Москве креативные технопарки, и здесь это большая у нас дискуссия с сообществом идет, как все-таки даже называть, даже действительно унифицированный какой-то подход, он помог бы. Ну и во многом вообще подход к креативным индустриям, показатели, как считать, действительно концепция предусматривает, если будет реализовано, что я уверен, что так и будет, то, конечно, это будет огромная помощь всем регионам. То есть такой единый подход к креативной индустрии. Но, тем не менее, в Москве в том году было создано агентство креативных индустрий, подведомственное учреждение, подведомственная организация департамента. И самое главное, с чего мы начали в том году, это с диалогом все-таки с индустрией. То есть был создан экспертный совет, куда входят более 50 представителей креативных индустрий, лидеры креативных индустрий, некоммерческие организации, для того, чтобы все-таки понять проблематику, которая сегодня стоит перед креативными индустриями. Созданы рабочие группы в рамках экспертного совета. То есть мы наладили диалог с предпринимателями, с непосредственными представителями креативной индустрии. И при формировании подходов к созданию мер поддержки, конечно, мы в первую очередь опирались на запросы от индустрии. Причем запросы, что очень важно, вы уже сказали о том, что каждому субъекту присущи свои тенденции развития креативной индустрии. Но в Москве также. То есть есть, например, музыкальная индустрия, там одни проблемы даже внутри самой индустрии. Есть кино, как вы говорите, там совершенно другие, но это уже такая действительно мощная группа, мощная отрасль, поэтому здесь совершенно другое. То есть наша задача была пообщаться с представителями креативных индустрий, наладить диалог и синхронизировать то, что мы делаем непосредственно с представителями креативных индустрий. На сегодняшний день мы формализуем наш подход к принятию решений в рамках экспертного совета, в рамках работаем активно с представителями рабочих групп и согласовываем с ними те меры, которые мы реализуем. Я понимаю, лимит по времени, поэтому я бы коротко обозначил вот то, что мы делаем в рамках того, что принято было экспертным советом. Во-первых, у нас уже в Москве создана инфраструктура для поддержки предпринимателей достаточно давно, и многие меры, которые предусмотрены сегодня для обычных предпринимателей, они релевантны для как раз представителей креативных индустрий.
И запросы говорят то же самое. Представителям креативных индустрий не хватает знаний предпринимательских. Поэтому в Москве на базе существующих программ создаются новые программы. Например, сейчас запустилась стартап-школа для креативных индустрий. Пятидневный такой интенсив непосредственно для предпринимателей из отрасли. Будут запущены акселераторы для кино, для всех, для каждой индустрии будет отдельный трек, акселерационные программы, которые помогут в ускоренном режиме ребятам посмотреть на свой бизнес со стороны и развивать масштабе с точки зрения образования. Есть у нас бизнес-технограды, такие мастерские, где мы организуем семинары для, по компетенциям для начинающих представителей креативных индустрий. Масса программ. Бизнес-уикенд будет в этом году. Программа реализована, когда действительно есть компетенции, мы научим, как монетизировать свою профессию. Поэтому образование действительно такой важный для нас трек. Очень важны для нас субсидии. Сегодня у нас порядка 17 субсидий в Москве, которыми пользуются креативные предприниматели. Но мы посмотрели, субсидии они разные. И есть субсидии, которые как раз были дополнены по запросу представителей креативных индустрий. Ну, например, компенсируются затраты до 700 тысяч рублей предпринимателям, которые участвуют в конгрессно-выставочных мероприятиях. Так вот, в этом году мы дополнили положение, и сегодня можно не только, раньше были выставки, а сегодня фестивали и конкурсы. И мы сейчас смотрим, уже пошла заявочная кампания, началась, и действительно, это один из самых популярных таких субсидийных порядков, которые обращаются... Понимаете, например, мы были на нонфикшене, нонфикшен в Москве, это книжная ярмарка большая, и вместе с организаторами мы предоставили эту информацию всем участникам, и мы сейчас смотрим, поступают заявки от участников нонфикшен как конкретный случай. Они участвуют в выставках, компенсируются на аренду, на стенды, то есть это самая популярная такая для креативных индустрий субсидия. Плюс очень популярно сейчас среди креативных индустрий в том числе, многие организации, индивидуальные предприниматели размещают рекламу Яндекс.Директ, то есть пользуются продвижением своих товаров, используя контекстную рекламу, и эти затраты тоже до 700 тысяч рублей компенсируются. Такие заявки тоже поступают. Многие продают свои товары, вот Wildberries самый тоже популярный такой marketplace, и Москва компенсирует затраты, связанные с размещением на этих площадках товаров, в том числе представителям креативных индустрий. То есть субсидийная поддержка, она трансформируется и затачивается под запросы креативных индустрий. Раньше не было среди получателей субсидий представителей арта, сейчас они есть. То есть если есть конкретные субсидии, мы стараемся путем обратной связи помогать делать так, чтобы пользоваться ими креативной индустрией. Что касается инфраструктурной поддержки, это такой важный тоже момент, который хотел обратить внимание. Я думаю, что один из ключевых для нас, и мы задумываемся о том, как построить работу, это креативные кластеры, у нас креативные технопарки. В Москве исторически есть сложившиеся локации, где сформировалось сообщество предпринимателей, креативных предпринимателей. Ну, Пинзавод, Артплей, Фабрика, Флакон – это те места, где действительно уже и население знает, и представители креативных индустрий знают эти места. Поэтому, начиная с за прошлого года, у нас стартовал пилотный проект по присвоению статуса креативного технопарка таким пространствам. На сегодняшний день только Артплей. Мы прорабатываем меры поддержки, общаемся с этими пространствами. В этом году планируем еще несколько креативных технопарков сделать. Что важно и что обсуждается сейчас, все-таки присвоение статуса – это хорошо, но чем это поможет этим креативным пространствам? На сегодняшний момент мы прорабатываем, и законодательно закреплено, возможность грантовой поддержки управляющим компаниями креативных технопарков. Наш подход здесь такой. Если управляющая компания заинтересована в получении гранта на развитие своей инфраструктуры, при условии, что это развитие будет связано как раз с местами коллективного пользования, с возможностью пользоваться такими объектами населением, представителями креативных индустрий, то Москва готова соинвестировать в виде грантовой помощи денежные средства в развитие таких проектов. Сейчас активно обсуждаются, в том числе и с Артплеем, такие проекты. Кроме того, у нас есть специальные субсидии для резидентов технопарков. В Артплее есть компании, которые, соответственно, относятся к креативным индустриям, они имеют право получать субсидии на оборудование, на
кредит, то есть погашать кредит за счет этой субсидии. Поэтому есть меры поддержки, связанные с резидентом технопарка. То есть постоянный диалог и вот совместные проекты – это то, над чем мы сейчас работаем. Я думаю, что перспектива развития есть. Я надеюсь, что как раз определение законодательное креативных кластеров, технопарков, оно нам поможет. Что еще? Я хотел сказать, по какому направлению еще движемся. Кроме того, последнее, наверное, что я хочу сказать, у нас огромный запрос от индустрии на помощь в продвижении их компаний, товаров, услуг за рубежом. Безусловно, мы смотрим на крупнейшие выставки, крупнейшие мероприятия за рубежом, где могут быть представлены товары и услуги наших креативных индустрий. И планируем устраивать коллективные стенды для таких компаний, устраивать бизнес-миссии. Ну, не только за рубежом, так и в России, например, Nonfiction, я уже сказал, мы в конце года планируем сделать стенд московских производителей для того, чтобы они смогли продвигать свои товары и услуги на издательском поприще. Поэтому продвижение Москвы как столицы креативных индустрий и непосредственно представителей креативной индустрии мы также видим среди основных своих задач. Ну и, безусловно, последний, наверное, надо было с первого начать, поскольку я раньше занимался поддержкой всего предпринимательства в Москве. У нас очень успешный опыт есть по созданию центров услуг для бизнеса. И тут мы выяснили, что действительно представители креативных индустрий, начинающие представители креативных индустрий, не совсем-то иногда понимают, как зарегистрировать ИП или юрлицо, как сдать там, налоговую декларацию, как готовить договор какой-то, как получить субсидию даже. Для кого-то это для крупных компаний, которые имеют все ресурсы, это не проблема, но маленькие компании, они сталкиваются действительно с проблемой технической. Поэтому мы решили создавать так называемое кодовое название «Креативный центр услуг для бизнеса». То есть непосредственно консультационные такие пункты, зоны для представителей креативных индустрий. Конечно, мы будем это делать и с точки зрения самих локаций. Сейчас мы думаем над тем, чтобы сделать в винзаводе, думаем над артлеем, то есть не делать их где-то в непонятных местах с точки зрения общего такого трафика, а делать в тех местах, которые известны и понятны креативной индустрии. То есть это те пункты, которые будут закрывать потребности в таких юридических, бухгалтерских, налоговых вопросах для креативных предпринимателей. Это тоже такой инфраструктурный подход, говорим, креативные технопарки. И вот как раз центр услуг для бизнеса, где можно пройти и спокойно за чашкой кофе решить все свои вопросы, связанные с техническим оформлением бизнеса в Москве. Вот. И не могу не сказать, я, наверное, учитывая лимит по времени, заканчиваю, но хочу сказать, когда вы сказали сегодня о с некой специализацией, да, где один из вопросов такой, да, конечно, это здорово. И наша задача, одна из наших задач в Москве, посмотреть не с точки зрения статистики на предпринимателей в сфере креативных индустрий, а с точки зрения действительно с ними диалога и действительно познакомиться поближе. У нас даже есть термин некий верификация. То есть есть реестр юридических лиц, есть АКВЭДы, но мы хотим все-таки путем вовлечения в нашу инфраструктуру предпринимателей, разобраться, кто они, посмотреть их проблемы и сделать это такой базой действительно креативных предпринимателей, которые мы знаем, понимаем и чувствуем. И в связи с этим, конечно, мы, наверное, увидим, что где-то более сильные ребята есть, где-то, может быть, отрасли, которые нуждаются в особой поддержке. Но когда вы сказали о том, что есть специализация, да, взяли Легпро, Иванова, да, вот я слышал, я хотел бы сказать, что когда мы говорим про инновационные решения, в том числе для креативных индустрий, в Москве создан московский инновационный кластер. И есть такое название БКП, биржа контрактного производства. Это как раз та штука, которая позволяет московским предпринимателям в сфере моды и промышленности или промо найти себе партнеров не только в Москве, а в том числе за рубежом. И развитие этого инструмента позволит предпринимателям со всей России зарегистрироваться на платформе, указать свои потребности и искать контрагентов в сфере моды или промо по производству одежды. Это такой пилотный проект, на самом деле. По большому счету, это может быть стать драйвером развития индустрии в целом. То есть некое объединение на одной платформе производителей, дизайнеров, всех участников этого рынка. Вот. Таким образом, с одной стороны, конечно, есть специфика, и это здорово,
у регионов. С другой стороны, нужны инструменты, которые позволяют общаться внутри регионов, взаимодействовать и создавать продукты сообща. Поэтому спасибо. Это отдельный проект. Спасибо большое. Спасибо, Андрей Евгеньевич, на самом деле, за очень сильный вклад в дискуссию, так как, конечно, можно было бы много здесь сказать и обсуждать. Понятно, что у нас тайминг, и скорее мы оставим эту дискуссию для внутреннего режима. Но не могу, конечно, не откликнуться быстро, что это тоже очень интересный подход, когда мы не статистически как-то выявляем отрасль, умную специализацию, а то, что называется entrepreneurial discovery в концепции умной специализации. То есть мы в диалоге, мы понимаем какие-то ниши нетривиальные, какие-то ходы, какие-то кросс-секторальные связи. И очень может быть, что у вас статистически значимый фактор, но сами игроки не готовы, неинтересны им, еще что-то у них. Там, может быть, они уже большие и темпа роста нету, тогда зачем их поддерживать? Вот действительно, диалог как средство выявления отраслей специализации, ну, это тоже очень здорово, безусловно. Наверное, без него никак. Другая очень важная тема, которую я хотел бы сейчас зафиксировать, это трансфер мер поддержки вот из инновационной сферы, что сказать, акселератор, там прочее, там хакатон еще можно сказать, кластер, который связывает малышей, например, из дизайна с крупными компаниями и так далее. Трансфер вот этих мер поддержки инноваций малого бизнеса в креативную сферу. Мне кажется, это будет очень актуальный путь. Или там вот эти центры поддержки бизнеса, это очень понятно. И можно тиражировать во всех регионах. Спасибо большое. Хотел бы дать следующее слово Ираде Хафизяновне Аюповой, министру культуры Республики Татарстан. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете, какой вот у вас опыт, с чем бы вы хотели поделиться прежде всего? Михаил Экондом, добрый день. Я хотела бы всех поприветствовать, правда, из Калининграда, но тем не менее от имени Республики Татарстан. Здесь как раз сейчас проходит всероссийская конференция «Инфраструктура развития предпринимательства». И одна из ключевых тем, которая будет обсуждаться, это в том числе система мер поддержки креативных индустрий. Вы знаете, креативного предпринимательства. Я хотела бы структурировать вот те вопросы, которые необходимо, ответ на который вы должны знать для перспектив развития креативной экономики. Первое – это кто, где, как и для кого. Кто? Образование. Вот вы сегодня очень правильно сказали, что мы должны для начала понять вообще, собственно, кого поддерживать и как выявлять. Вот сегодня существует уже очень много инструментов и в инновационной экономике, это и бизнес-инкубаторы, и много других инструментов. Но я считаю, что нужно начинать в первую очередь с ментального слома. Да? Вот, то есть вот, очень много творческих людей, которые ходят в школы искусств, занимаются в кружках, период обучения в школе, уходят потом в учреждения СПО, потом поступают на вузы, там, ГИТИС, я не знаю, в театральные какие-то профильные институты. Они мыслят преимущественно одной концепцией. Это креативный сегмент, который считает, что последующим работодателем у них будет государство. И мне кажется, что вот здесь вот уже на этапе получения креативного образования, творческого образования, у людей нужно менять восприятие будущей своей профессиональной самореализации. И в данной ситуации, вот возможности, мы уже и с Татьяной Всеволодовной об этом не один раз говорили, своего рода самопродюсирование, самопродвижение. Как научить этих людей быть не только творчески одаренными людьми, но еще и предпринимателями, уметь себя капитализировать. Сегодня у нас практически ни в системе СПО творческой направленности, ни в системе высшего образования. Вот такого направления подготовки кадров, оно практически в рамках существующих программ не выявлено, не интегрировано. И, конечно же, вот пересмотр системы профессиональной подготовки – это очень важное направление, которое должно быть и на региональном уровне, и на федеральном уровне, поскольку все мы работаем в соответствии с ГОСТами, со стандартами. Второй вопрос – это инфраструктура.
И у нас вот недавно мы открыли национальную, новое здание национальной библиотеки в Республике Татарстан. Вся креативная молодежь, она реально, ну, постоянно заполняет все пространство этой национальной библиотеки. Это такой постоянно действующий коворкинг, и в день мы принимаем в здании национальной библиотеки 4000 человек, абсолютно до 4000 человек, это люди разной направленности, но так или иначе они не только получают доступ к знаниям о про профессии своей будущей, возможно, или еще что-то, но у них еще это и очень активная площадка для коммуникации. Поэтому система, вообще инфраструктуру мы должны переосмыслить. Это не может быть только инфраструктура крупных городов. Это может быть инфраструктура и в маленьких населенных пунктах. Например, если одно из направлений креативной экономики — это народно-художественный промысел, многие мастера живут в селе. И своего рода система потребкооперации через инфраструктуру, домов культуры, это тоже своего рода институция, инфраструктура продвижения креативного сегмента экономики. И, кстати, здесь очень важный вопрос. Мы все-таки не должны ассоциировать людей, которые приходят в креативный бизнес, только как молодежь. Это не совсем наша такая тоже ментальная ошибка. Ведь мы знаем, что очень большое количество людей, которые остаются перед выходом на пенсию без работы, они не знают, куда податься. И креативный бизнес – это в том числе может быть инфраструктура, капитализации своего таланта уже для людей, которые находятся в предпенсионном возрасте. К слову, у нас есть лицей народно-художественных промыслов, и у них по программе 50+ был аншлаг. Очень большое количество, это была программа Минтруда по линии Минздравсоцразвития, но вот именно эта программа еще большую популярность имела, чем программа для студентов после 9 или после 11 класса. Третье направление – это, безусловно, об этом тоже сегодня говорили, меры государственной поддержки. Я понимаю, что субсидии необходимы, но все-таки мне кажется, что мы, простите, конечно, не должны формировать в этой среде социальное иждивенчество, потому что когда эти организации подсаживаются на субсидии, у них нет вот этого очень важного для креативного бизнеса элемента. Это действительно умение быть предпринимателем, умение самим себя продвигать и продавать. Поэтому субсидии, они могут выдаваться на некие инструменты продвижения креативного продукта, но не на производство. К слову, мы выдаем ежегодно порядка 10 миллионов рублей, это субсидии от 5 до 10 миллионов рублей, субсидии на поддержку мастеров народно-художественных промыслов. Но постоянно приходят одни и те же, они подсаживаются на эти субсидии, они не мотивированы на то, чтобы продавать себя дальше, уметь себя продвигать. И вот как раз четвертый вопрос – это система продвижения продукта. Я абсолютно полностью согласна, что эту категорию нужно учить работать в маркетплейсах. И мы сегодня обеспечиваем, у нас есть пилоты, когда эксперименты, скажем так, когда мы обеспечиваем коммуникацию между представителями креативного бизнеса и существующими площадками, работающими в республике маркетплейсами. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот если это товар, то, безусловно, с точки зрения экономики, маркетплейс, он здесь очень хорошая история, потому что фактически экономика маркетплейсов, она строится на цене доставки, на цене логистики. А если это услуга, а ведь очень много в сфере креативного бизнеса, очень много услуг креативных. Почему? Потому что в любом случае в основе это некая авторская интеллектуальная составляющая. Вот четыре блока, то есть я еще раз, система образования, причем образование на протяжении всей жизни, и последующий, может быть, даже это консалтинг и сопровождение, то тоже выстроенная модель должна быть. Это переосмысление инфраструктуры, это система инструментов государственной поддержки и система продвижения.
Ну и вот есть четыре вопроса, которые мне хотелось бы с точки зрения институциональной основы затронуть. Но первое – это защита авторства. До тех пор, пока у нас не будет выстроенная в России система очень жесткого контроля за защитой авторских прав, за защитой стоимости идей, безусловно, мы будем, ну, мы не получим достойного взрыва вот, к росту креативного бизнеса, поскольку в основе их добавленной стоимости это именно интеллектуальная составляющая. Второе – это стимулирование потребления. И вот здесь вот с точки зрения продвижения, тоже как один из вариантов, поддержка государства неких форм, ярмарок, я не знаю, у нас очень хорошо, мы проводили на протяжении 8 лет в республике проект, вот в этом году будет 9-я лаберса, это Сенной базар, Песчан базара. Это место, где фактически каждый дизайнер мог продать молодые дизайнеры могли продать свою национальную продукцию, но и при этом они все еще сами были в одежде. Сейчас у нас модно стало носить национальное. Все, последнее. И доверие. Доверие. Последний вопрос. Это доверие. Если не доверять, если не давать им чувство свободы, у нас не будет развития. Поэтому здесь можно только в доверительных отношениях с бизнесом расти. Да, спасибо большое. На самом деле, вот ваше выступление, я не буду, конечно, его повторять, но то, что я увидел, то, что действительно новое сейчас в нашу повестку внесло по сравнению с предыдущим выступающим, это, например, удаленные от центра территории. А что делать с небольшими городами? У нас вроде как концепция про большие, но мы знаем из зарубежного опыта, который мы еще сегодня послушаем, что для малых городов очень часто это там палочка-выручалочка, инструмент ревитализации, да? Поэтому это же тоже очень правильно. И либо не только молодежь, но это безусловно. То есть активное долголетие вообще и раскрытие творческого потенциала людей на пенсии, ну это, по-моему, это, ну, как с этим можно спорить? Это правильная вещь, и здесь тоже могут быть прорывы, и нельзя ни в коем случае этим пренебрегать. Ну, про платформы и интеллектуальную собственность, надеюсь, тоже мы сегодня эти вопросы затронем. Спасибо большое. Коллеги, я тогда хотел бы дать слово тогда нашим гостям-экспертам, а потом мы, эксперты Высшей школы экономики, как бы подытожим и дадим свои собственные оценки и выскажем идеи. Хотел предоставить слово Марине Николаевне Абрамовой, директору Роскультцентра. Марина Николаевна, не больше 10 минут, очень прошу вас. Здравствуйте. Включила микрофон, слышно? Да, слышно. Коллеги, добрый день, всех очень рада видеть. Я постараюсь очень кратко и с точки зрения мер и каких-то барьеров, что нам мешает и на федеральном уровне, и на региональном. Я очень счастлива, что у нас появляется первый документ, который впервые зарегламентирует основные понятия, но есть проблема с общим терминологическим рядом. Работая с губернаторами, с десятками субъектов, мы видим, что до сих пор происходит путаница. Путают арт-кластер с арт-резиденцией в Москве, третье понятие, да, технологические креативные кластеры и так далее. И так как сейчас поспешно начинают вводить новые нормативные документы, концепции по развитию креативных индустрий, разрабатывать проекты на федеральном уровне и на региональном, это приводит в дальнейшем приведет к еще большей путанице. И вот мне кажется, то, что закрепление единого такого широкого терминологического ряда – это крайне важно. И да, сейчас это будет сделано в концепции, но все-таки там документ не предусматривает акцент именно на этом. И так как Роскультцентр и Федерация креативных индустрий совместно разрабатывала подобный документ, как раз хочу поблагодарить Татьяну Всеволодовну, она участвует в этой работе, и другие наши коллеги. Может быть, имело бы смысл на федеральном уровне такой документ единый вот таким большим экспертным сообществом выпустить? Потому что он сейчас как воздух необходим для работы в субъектах. Второй пункт. Креативная экономика – это только межведомственное взаимодействие. Да? И хорошо, что в рабочую группу при Министерстве культуры входят представители Минэка.
И мы понимаем, что все равно этот документ Министерства культуры, мы очень надеемся, что следующий шаг на федеральном уровне будет какая-то большая межведомственная рабочая группа, которая будет предусматривать и Минцифру, и Минэк, потому что мы с вами говорим про индустрии, и здесь, конечно, прежде всего важны экономические аспекты. Поэтому спускаемся на региональный уровень. Если в субъекте создана либо межведомственная рабочая группа, либо ножка по развитию креативных индустрий, как это сделано в Москве, либо в Ульяновске, там отдельно фонд, либо в Якутии, то все дело начинает совершенно по-другому идти. Поэтому задача номер один сейчас во всех субъектах сделать подобные рабочие группы, либо ОНО, либо фонды, которые бы межведомственную функцию выполняли. А третий пункт. Когда мы говорим, вот ты, Рада, сказала, кого поддерживают, это очень правильно. Когда мы с вами начинаем уже разрабатывать меры поддержки, мы с вами опираемся либо на статистические исследования, либо на существующие рубрикаторы бизнеса и пытаемся поддержать вот того, кого мы знаем с вами, да, как система, кого мы видим. Но проблема креативного бизнеса в том, что это всегда, чаще всего, микробизнес. Он нигде не зарегистрирован, он живет по акведам, и мы вообще с вами его не знаем. И, конечно, там прекрасная практика Москвы, то, что создается тот самый диалог как средство. Но мы с вами тоже прекрасно понимаем, что этот креативный класс очень тяжело идет на диалог с органами власти. И чаще всего лидеры общественного мнения, на кого мы опираемся с вами, которые приносят нам те самые барьеры и говорят, в моем бизнесе такие-то проблемы. Это либо, наоборот, очень крупные, там, не знаю, госкорпорации и крупные лидеры рынка, либо вот те самые, о ком говорила Ирада, которые подсели уже на госсубсидии и сидят там крепко. А реальный сектор экономики креативный мы с вами чаще всего не видим, потому что они с нами не в коммуникации, их нигде нет, ни в акведах, и я не буду повторяться. Поэтому, на мой взгляд, прежде чем разрабатывать меры поддержки и концепции по креативным индустриям в субъектах или на федеральном уровне, нам нужно сначала с вами понять, для кого мы это делаем. На наш, опять же, опыт, вот мы 2 года этим вопросом занимаемся конкретно, это можно вычислить только анализируя цифровые следы. Мы с вами не знаем, в каком доме сидят дизайнеры, которые, может быть, обслуживают пол Европы. А мы с вами вообще их никогда и не узнаем, если только не проанализируем цифровые следы и не увидим, что это люди прошли обучение там, не знаю, в лучших каких-то там школах промышленного дизайна. И таким образом мы увидим ту самую органическую точку, которой надо помогать, а не изобретать что-то новое. И это, как следствие, сейчас перекину мостик к вашему вопросу, Евгений, который был у нас сегодня в перечне. Как выявить специализацию субъекта? Конечно, вы правы, то, что субъект смотрит на опыт соседа, если там было что-то позитивное, начинает его перенимать, не понимая, кто живет в соседнем доме, потому что нет инструментов оценки этой аудитории. Поэтому мне кажется, то, что оценивать, делать исследования сегмента креативной экономики в регионе, это крайне важно, это нам дает какой-то старт, ну, ноль, да, экономически, куда мы дальше двигаемся. Но для того, чтобы разработать качественные меры поддержки, нам нужна другая статистика, аналитика, нам нужно исследование этой самой аудитории, до которой сейчас никто не спускается. Потому что, ну, как бы нет разработанных метрик и так далее. Но, на наш взгляд, это вот только цифровые следы и, да, при очень качественной разработке метрик. Наверное, все сказала. Спасибо. Поступательно, как бы, вот на наш взгляд, на взгляд в том числе Рускультцентра, и еще буквально одну секунду, очень правильно коллеги говорили про такие прикладные управленческие навыки. Мы проводили в том году исследование, 7 тысяч респондентов опросили по субъектам, и в Рускультцентре мы сделали проект «Арт-Тим». Это как раз
бесплатный проект, который позволяет взять управленческие навыки, потому что не каждый человек творческий может позволить себе отучиться и получить MBA либо в Сколково, либо еще где-то в хороших заведениях. Вот, поэтому задача государства и регионов сейчас, и здесь тоже соглашусь с Ирадой, это прежде всего дать быстрые, бесплатные образовательные курсы, раздающие управленческий навык. И если кому-то наш опыт в Артеме будет полезен, мы готовы им делиться. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, отличное выступление. Оно такое емкое очень, мне кажется, с насыщенной идеями. Я согласен со всем, но есть две точки, с которыми я просто по своему опыту. Мы много работаем с законодательством. Я сам занимаюсь кластерами, технопарками. Уже 10 лет. Я просто хочу предостеречь. Вот когда... Просто подумать. Это не место сейчас спорить, я вроде как модератор, не должен это делать, но тем не менее. Когда вы говорите закрепить что-то в законе, мы это проходили с кластерами, с технопарками, и мы смотрели зарубежный опыт. И нигде ничего не закрепляют. И я вот думал долго, почему? Потому что люди говорят, закрепить, закрепить. Депутаты ходят. И я понял, что это какая-то национальная специфика, что вот надо разъяснить, надо показать, приказать. И тогда начнем. То есть это хорошо само по себе. Ну, как бы есть плюсы, но это ограничивает в том числе, потому что это экономическая категория, не юридическая. Евгений, понимаете? Мы будем тратить время, я с вами полностью согласна. Когда я говорю закрепить, это значит договориться и выпустить отдельно, скажем, документ, который бы носил рекомендательный экспертный характер. Не закрепить в нормативных актах государственных. Я просто... потому что спрашиваю. Это экономические зоны, безусловно. Конечно, надо просто осторожно подходить. Вот опыт Москвы, Андрей Евгеньевич, вот он знает, но не скажет, что... А вот если с точки зрения федерального законодательства, ну так все технопарки Москвы ему не подчиняются. Ну, кроме Сколковска, какого нет. Потому что там в законе определены промпарки, промтехнопарки сейчас. В законе о промполитике, другого закона нет. И что же делать? Отменять? Они же самые эффективные. Понимаете, да? Просто другая реалия, другая модель. Более того, я уверен, что эти постановления по технопаркам меняются каждый год. Как всегда действующий, живой. Сейчас под креативность будет что-то изменение. Поэтому, когда мы говорим, сейчас мы как-то все закрепим, надо здесь быть просто осторожным. А так, спасибо большое, совсем практически согласен. Спасибо. А так, следующий выступающий, как раз-таки я чуть-чуть сказал про зарубежный опыт, и гораздо больше меня в этой сфере может рассказать Вероника Александровна Пешкова, посол доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, УНИДА. Добрый день, коллеги, очень рада возможности выступить на таком интересном мероприятии. Вот уже пока слушала предыдущих ораторов, несколько дополнительных идей у меня тоже возникло в части комментариев. Но для начала я хотела бы показать небольшую презентацию, чтобы показать о том, каким образом может отработать, какой есть опыт на формате Организации Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНИДА, в том числе ряд проектов, о которых я сейчас буду говорить, они были произведены с участием финансирования Российской Федерации. То есть давайте на это посмотрим как на эксперименты, которые мы как страна уже сделали на территории других стран и получили, я бы сразу проанонсирую, очень хорошие результаты. Так вообще, начнем с того, что такое ЮНИДА. Это специализированная структура в системе Организации Объединенных Наций, которая... 10 минут. Да, коллеги, я уложусь. Которая объединяет 170 стран мира, и наша ключевая задача — это в том числе развитие предпринимательства и промышленного развития территорий. Тема креативных индустрий, она на мировой арене, коллеги, сегодня как никогда актуальна, и каким образом смотрит на это ООН по промышленному развитию. Прежде всего, это драйвер развития территорий,
территорий малых и создание рабочих мест и возможностей для собственного бизнеса, для тех людей, которые не самые конкурентоспособные на рынке труда, а имеется в виду те зоны, которые, как правило, провариваются в занятости. Это молодежь, это люди серебряного возраста, это женщины и это лица с ограниченными возможностями здоровья. Вероника Александровна, вы презентацию показываете? Ее не видно. Ее не видно? Показываю. Вот, коллеги, честное слово, показываю так. Я понял. Поделиться содержимым. Да, поделитесь, пожалуйста, с Ауле, тогда я попрошу вас показать мою презентацию и показать ее на третий слайд, если будет возможно. Пожалуйста, будьте добры, окажите мне такую помощь. Да, вот. Да. Так, и на третий слайд, пожалуйста. Вот, к креативным индустриям на международных платформах относят четыре большие группы, которые важнейшим для именно экономического драйвера являются и креативные индустрии, основанные на медиа и технологиях, прикладные креативные индустрии, те, что основаны на искусстве, и те, что основаны на наследии. И следующий слайд, пожалуйста. Почему настолько важны креативные индустрии? Потому что это сегодня уже рабочих мест больше, чем автомобильная промышленность Соединенных Штатов Америки, Западной Европы и Японии вместе взятые. Это уже сегодня так. А дальше это будет больше, потому что именно в этих индустриях сохранятся рабочие места, которые будут автоматизированы в других отраслях. Следующий слайд, пожалуйста. Методология, с которой работает ЮНИДА. Мы работаем как с представителями государственного сектора по созданию экосистемы, так с некоммерческими объединениями и инфраструктурой поддержки бизнеса, так и с отдельными предприятиями и предпринимателями для того, чтобы завязать именно комплекс, который даст в итоге результат. Следующий слайд, пожалуйста. Вот я бы хотела остановиться на проекте, который мы делаем и ведем в Армении. Следующий слайд. Проект был продиктован задачей развития территории и, как выяснилось, очень большое число мужчин трудоспособного возраста из Армении сегодня работают за пределами этой страны. На территории оставались в основном женщины, дети и лица серебряного возраста. И как отрасль, которая могла бы задействовать то население, которое есть, была выбрана легкая промышленность. И до проекта предприятия легкой промышленности в ходе обследования показывали примерно такую продукцию. Следующий слайд. После того, как стала работать ЮНИДА, была разработана специализированная коллекция примерно вот такого вида. И что самое главное, коллеги, стали работать над тем, чтобы предприятия легкой промышленности могли технологически выполнять те заказы, которые востребованы крупными заказчиками. Ведь что очень часто мешает развитию креативного сектора? То, что малый бизнес не имеет системы контроля качества и не может повторить свой результат. А крупный заказчик хочет единообразия. А у малого предприятия, каждого в отдельности, нет такой возможности. И вот совмещение того, что хочет крупный заказчик и что может сделать креативный малый бизнес, как раз-таки состоит на том, чтобы ввести систему коллективного бренда и выполнение несколькими малыми креативными компаниями заказа в итоге крупного заказчика. Следующий слайд, пожалуйста. Для того, чтобы это было возможно, создается центр технической поддержки, который позволяет на месте разрабатывать вот эти самые коллекции и на месте разрабатывать те лекала и те модели, которые реально будут востребованы. Следующий слайд, пожалуйста. Как результат, и прям прокрутите, пожалуйста, там мультимедиа, это не просто разговоры о том, что вот мы создали, а это реальные экономические результаты. За три года
все инвестиции, которые были проведены в проект, были окуплены дополнительными налоговыми платежами. Следующий слайд, пожалуйста. И еще один проект, Таджикистан. Следующий слайд. Задача, следующий слайд, пожалуйста. Развитие территории. Вдохновились традициями, которые есть в этой республике. Традиция производства сюзане вышивки, традиционной таджикского ковра качества, которое каждая невеста вышивает, но потом это лежит только в сундуке. Следующий слайд. И следующий слайд. Но эксперты ЮНИДА подошли с точки зрения того, что из традиционного орнамента можно выделить для того, чтобы это носило промышленный характер. Следующий слайд, и прям быстро прокрутите. В результате, коллеги, была разработана вот такая продукция под общим зонтичным брендом, потому что продвижение, оно тоже возможно, когда каждый в отдельности будет один эффект. Когда под общим зонтичным брендом мы с вами получим этакий креативный бандюэль, который в свое время тоже был создан как коллективный бренд французских фермеров. Следующий слайд. И продукция нашла свое применение в розничных сетях, сетях отелей, и выглядит она вот так, что ее, в общем-то, хочется купить. Следующий слайд, пожалуйста. А работают над выполнением этих заказов такие же малые компании, находящиеся в разных малых территориях, но при этом они не сами сочиняют, что такое может быть, вот как в армянском проекте было до проекта, а они производят то, что будет продано с сетями, которые товаропроводящими. Следующий слайд, пожалуйста. Как результат, бренд года в Таджикистане. Следующий слайд. И финансовые результаты тоже весьма себе впечатляющие. Следующий слайд, пожалуйста. На сегодняшний день эту концепцию, она достаточно распространена и уже стала получать свою популяризацию в мире для, по наращиванию такого потенциала. И я уверена, что при той работе, которая сегодня идет в Российской Федерации по развитию креативных индустрий, вот подход, когда создается коллективный бренд, разрабатывается система ассортимента, которая будет востребована, разрабатывается система контроля качества и стандартизации, что очень важно. Защита интеллектуальной собственности – тоже немаловажный аспект. Дает рабочие места, дает экономический эффект, дает новые налоговые поступления. Поэтому я думаю, что здесь вот с присутствующими представителями российских регионов с удовольствием вступили бы в диалог и, возможно, тиражировали этот успешный опыт, который уже был проведен при нашем финансовом участии в других странах. Могу сказать так, что аналогичный подход у нас очень хорошо сработал в индустрии музыки на территории Кубы. К сожалению, я не могу рассказать про все проекты ЮНИДА в отведенное мне время. Это работает в Северной Африке, в Иордании. Поэтому, уважаемые коллеги, вот подход к переходу креатива и диалога с промышленностью и товаропроводящими сетями вот при экспертной поддержке. Поэтому я надеюсь, что такая четкая система от образования через механизмы и финансовой поддержки на каждой стадии развития продукта. Потому что, чтобы не проваливали стадии создания прототипов и вывода на рынок, тоже немаловажный фактор. А не только, когда уже банкиры готовы финансировать бизнес, который готов это все сделать. Поэтому, уважаемые коллеги, следующий слайд, пожалуйста. Мы, на самом деле, открыты к диалогу, и я надеюсь, что в дальнейшей экспертной работе тоже можем использовать те результаты, которые у нас есть. Благодарю. Спасибо, спасибо большое. Очень, на самом деле, интересное выступление, хочу сказать, и тоже не могу не заметить. Смотрите, в креативном мире под кластерами принято понимать пространство. Ну, вы сейчас согласитесь. Но за пределами креативного мира, под кластерами, как раз-таки понимают объединение бизнеса, малых организаций прежде всего, но также могут быть университеты, быть крупные организации, туда входить, для того, чтобы формировать общую повестку развития, совместные проекты. И это как раз чаще всего какие проекты? Образование, обучение, выставки, ярмарки, логистика.
Но, конечно, могут быть инновации. Поэтому я всячески поддерживаю, как руководитель кластерной обсерватории, вот такое, в том числе, расширенное понимание кластеров, что не просто как площадка, где там кто-то находится креативный. Спасибо большое за расширение нашего горизонта. Хочу предоставить слово Матвею Сергею Юрьевичу, который, я уверен, сейчас нам очень много практических советов даст с точки зрения бизнеса. День добрый, коллеги. Да я не знаю, какие практические советы нужно давать. Мне кажется, мы с вами немножко заигрались вообще в игру с креативными индустриями. Пора заканчивать эту историю, потому что мы тут все собираемся и друг друга как мантрами убеждаем, как это нужно и важно. Ну, как бы можно перестать себя убеждать, потому что креативная индустрия – это естественный процесс социально-экономического развития. Все больше и больше людей имеют возможность подниматься в пирамиде потребностей до той точки, где им хочется реализовать свой творческий потенциал. С другой стороны, все больше и больше людей поднимаются в пирамиде потребностей к той точке, когда они хотят потреблять не просто механический продукт и закрывать жизненные потребности, а получать продукт красивый, хороший, интересный, эмоциональный и так далее. Это естественный процесс эволюции общества, и мы подошли вот к этой точке. Убеждать себя в этом не надо. Значит, маленькое отступление по поводу России в этой истории и радости Москвы, потому что Москва чуть ли не креативная столица России. Коллеги, заслуги власти в этом нету. Это так получилось, потому что креативные индустрии рождаются там, где есть концентрация человеческого капитала. Набор критической массы – это must-have. Вот он, если он есть, оно обязательно появится. И мы с вами помним, что 80% креативных инновационных продуктов делается в 50 городах мира. Всего лишь. И поэтому Москва не могла не оказаться в их количестве, вот в этой обойме, но при этом она там не занимает выдающееся положение. Это нужно помнить, мы туда не скаканули. Культура есть, история есть, творчество есть, экономического рывка нету. Что делать с другими регионами? Очень-очень много вопросов остается. Вот об этом я и хотел сказать, иначе мы не раскроем тему, собственно, ради чего мы собрались. Первое. Не все регионы могут оказаться в числе регионов, где есть эти самые креативные индустрии. Просто критической массы людей не хватит. Сможем ли мы выработать рецепт исключительно российский, как из малого количества людей родить экономическую деятельность в регионе, я не знаю, я не уверен, мировая практика этого не знает. Будут отдельные кейсы с коврами, медом, минеральной водой, дизайном, театральными постановками и мультиками, но устойчивого экономического сектора в каждом регионе креативного не возникнет. Это нужно понимать. Пункт второй. Креативная экономика – это не игрушка, это не пионерское, не комсомольское движение. Это новый способ социально-экономической организации региональной экономики или федеральной экономики. И это означает, что это запустится только когда выполнены все необходимые условия. Мы можем бросать субсидии, мы можем делать отдельные преференции, мы можем делать все, что угодно по отдельности, но если хоть одного из необходимых звеньев не будет, эта машина не едет. В необходимые звенья включается качество людей, качество образования. Люди должны быть компетентны, и они должны обладать не только творческими, но и коммуникационными и предпринимательскими навыками. Под предпринимательскими навыками я понимаю право интеллектуальной собственности, умением распоряжаться и так далее. Без этого экономики не будет. Кроме человеческого капитала должна быть инфраструктура, и она не должна быть фрагментарна. Она должна быть разноуровневая. Это, да, то, о чем говорили коллеги из Минкульта, это центр прототипирования, это музыкальные лаборатории и так далее. И это все строить тяжело, потому что российской техники на все эти центры коллективного пользования инфраструктуру нету. Мы ее будем возить из-за рубежа задорого, продолжая платить там таможенные платежи и так далее. В регионах это сделать крайне сложно. Вслед за людьми и инфраструктурой мы касаемся очень деликатной темы денег.
в креативные индустрии, креативная экономика за грантами. На самом деле должен приходить венчур и должен приходить пассивный, вот этот вот консервативный банковский кредит. Если этих денег нет, ну, без бабла ничего не вырастет. Мы сколь угодно можем поливать эту траву, но ничего не получится. Налоговая система, НДС, выплаты авторских вознаграждений, вот эти самые поощрительные вознаграждения, мотивационные авторам. Не только как сейчас для музыкантов или по праву исследования для художников, а вообще они должны быть для всех, и для дизайнеров, и для изобретателей служебных изобретений. И вот эта часть, инвестиционная и налоговая, вообще не региональные полномочия, это федеральные полномочия. И пока вслед за концепцией федерация не выкрутит вот эти барьеры из налогового кодекса, регионы, ну, сколько бы вот, ну, как вот Ираида рассказывает, сколько бы ни старались, они не взлетят. И последняя, еще более деликатная тема, это отношения. Это невозможно померить, это судебная система, это защита прав собственности, это отсутствие коррупции. К сожалению, это все в России есть, мы смотрим на это в международных рейтингах, и мы понимаем, что вот при этих институциональных условиях креативка не взлетит. А поэтому если мы, как это, сделали 3 или 4 пункта из 5, но хоть один из них не сделали, ничего не получится. Концепция, которую вносит Минкульт, для нас это всего лишь навигатор полного набора мер. И не нужно играться в игру, вот тут хорошие, эффективные, тут неэффективные. Полнота комплекта институциональных мер решает эту проблему. И последняя точка, о которой, наверное, хотелось сказать, о приоритетах. Евгений, вы эту задачу обозначили, что делать с региональными приоритетами. Но сейчас все регионы у нас, поддавшись магии обожаемой нами Юлианы Слащевой, начнут развивать анимацию. Ну, все без исключения. Что дальше произойдет? Деньги будут потрачены, откроется подготовка кадров, еще что-то такое. Но анимация будет приносить доход в одной либо в двух региональных экономиках. Во всех остальных деньги будут брошены на ветер. И что бы мы с вами не выбрали, национальные ковры, там, ткать или так далее, это все не специализации. Специализации должны быть более глубокие. Ну, там, возьмем, например, какой-нибудь регион, не самый бедный, Ханты-Мансийск. У них дерево, у них нефть. Что мы можем сделать в социально-экономической специализации Ханты-Мансийска, чтобы там появились креативные индустрии? Ну уж точно не анимацию там вот среди елок начинать рисовать, художников не соберешь там. Но деревянное домостроение, экологичная архитектура, стык вот креативки и классической специализации региона, возможно, отработают. Производство бытовых изделий, мебели из пластика и композитов на остатках нефтяной промышленности и переработки тоже могут залететь. Каждый регион должен выбрать не специализации вот из списка креативных индустрий, реклама, медиа, анимация, архитектура, гастрономия, а должен посмотреть на свои социально-экономические специализации и посмотреть, как к ним пристроить креативную индустрию, вот такую вот, не просто архитектуру мы развиваем, архитектуру индивидуального деревянного домостроения, модульную архитектуру и так далее. И тогда креативная индустрия свернет социально-экономическую специализацию региона. И последнее об инструментах. Мне кажется, что не нужно пытаться разрабатывать отдельные программы развития там, креативных индустрий в каждом регионе. Не нужно. Меры систематизируют и план их реализации. Это концепция федеральная. А каждому региону, в каждом регионе есть стратегия социально-экономического развития. Но сделайте вы там этот раздел, отнеситесь к этому не как к пионерскому, комсомольскому, молодежному движению, а как к реальной будущей растущей специализации региона, которая даст прибавочную стоимость. И тогда, как это, вопрос бессмысленный, там, с кого мы там классифицируем и как акведами, уйдет сам собой. Деревообрабатывающая промышленность тоже может стать креативной индустрии. А опыт, который мы знаем с детства Буратино,
трансформация, так сказать, сырьевого ресурса в виде полена в реальную театральную постановку и прекрасную книжку у нас перед глазами. В каждом регионе свои бревна есть, осталось научиться строгать буратин, но это серьезная история, которая реализуется при полном комплексе мер и внутри стратегии социально-экономического развития через вот эту умную специализацию. Ну, заодно и глупость всяк в этом и уйдет. Спасибо. Спасибо, Сергей Юрьевич, за отрезвляющие очень правильные идеи. Только вот в конце сказали глупости с акведами, вот тут только не могу с вами согласиться, а все остальное подписываюсь. Глупость с акведами в том, что их пытаются поставить на входе. Но... это термометр, который нужно ставить на выходе. Конечно. Плохие не акведы, плохой способ их применения. Конечно. Градусник тоже можно как-то неправильно применить, мы же все понимаем. Или вилку там, не дай бог, вообще опасно может случиться. Абсолютно согласен. Вот умная специализация, я просто пример приведу, как в Европе с этим делают. Тут Флоренция, да, пример Флоренции. Ну вот, конечно, они IT хотят, но все же хотят IT, правильно? Плохо тот регион, который IT не хочет. Нужно микс. Они посмотрели, что у них еще развито. А у них археология развита. Там, где как ни копни, там древность. И они поняли, что смешав IT и археологию, они могут найти свою нишу. И они стали разработчиками лучших в мире программ для археологов. Это их ниша. Поэтому вот примерно это делается следующим образом. Конечно, брать там, вот у вас текстильная промышленность, вот у нас и будет текстильная, это, безусловно, значит, стратегирование, знаете, в прошлое. Вот, абсурд. И то, что мы тоже увидели, креативная экономика, это, конечно, это большая проблема, это экономика звезд. Мы сделали рейтинг мировых городов инновационных, там есть креативный блок. Так вот, по креативности города распределены гораздо более неравномерно, чем по технологическому развитию. Просто пример. Москва 8 место – это высоко. Но какой разрыв от лидеров? Возьмем моду. Мы посмотрели бренды Farfetch. У 4 великих столиц моды больше 400 брендов на Farfetch. У Москвы лидер России меньше 20. Представляете, какой это разрыв? Креативная экономика – это там, где все получают звезды, бренды. Как их у нас получить? Это большой вызов, и я согласен, что просто концепция, просто документ мы его не решить. Поэтому я хочу перейти к Татьяне Всеволодовне Абанкиной с этим очень сложным вопросом. Концепцию написали. А что сейчас делать, как вы считаете? Добрый день, уважаемые коллеги. Меня слышно, да? Да. Спасибо большое. Я тогда попробую несколько тезисов сказать. Я не буду повторять, что здесь сказали. Я разделяю практически все, и считаю, очень интересные выступления. И хочу сказать все-таки, что 21-й год ООН назван годом креативной экономики, и мне кажется, у нас вот, судя по обсуждению, есть все основания действительно сделать его прорывным с точки зрения государственной поддержки, вот ту тему, которую Евгений с самого начала заявил. И говоря об этом, мне хотелось бы сказать следующее. Да, я солидаризируюсь с началом выступления Сергея Матвеева, когда он говорит, что процессы развиваются, ну, вот в таких естественных трендах. Вместе с тем, и особенно пандемия очень сильно повлияла на ландшафт креативной экономики, и начинают складываться тенденции, которые могут приводить к очень серьезным диспропорциям. И здесь нужна государственная поддержка. Прежде всего, вот... Очень интересный вопрос поставила Ирада Хафизяновна. Кто заказчик? А заказчики начинают активно меняться. И если вот в производстве контента еще много остается, ну, скажем так, индивидуальных творческих предпринимателей, малого и среднего бизнеса, то, что касается дистрибьюции и монетизации, мы видим, насколько монополизируется этот сектор, и мы видим, что сегодня уже туда заходят, понимая масштаб этого сектора, крупнейший IT-бизнес, крупнейшие финансовые структуры, банки, финансовые корпорации, и они в том числе становятся заказчиками контента, создавая свои экосистемы, а для многих, вот кроме профильной деятельности, входом в так называемую непрофильную экосистему, которая вообще в результате очень плохо наблюдается, становится музыка и фильмы. И вот Яндекс.Плюс здесь пример, и они становятся заказчиками того же самого контента, фильмов, музыки,
с тем, чтобы слушали только у них то, что нельзя услышать у других и увидеть у других. Поэтому надо очень внимательно относиться, потому что, ну, мое такое глубокое убеждение, связанное уже на протяжении ряда, что монополизация для многих секторов очень опасна, но для креативной экономики она может оказаться губительной. И здесь требуется государственное регулирование и соответствующая государственная поддержка. Второе, опять же, я вот пока вот с теми тезисами, которые вот Рада Хафизяновна сказала, и которые Вероника тоже Пешкова отмечала, у нас, к сожалению, страна, вот то, что называется иджизм, да, невероятная зависимость возможности трудоустройства от возраста. Москва, основные, кто вот на бирже труда, может быть, меня тут вот Андрей Евгеньевич поправит, но насколько я знаю, это женщины после 45 с детьми. Вот у нас после 45, не то что 50, уже после 45 очень трудно найти работу. И вот именно кроме экономических задач, социальные задачи сегодня и для тех, кто меняет сферу деятельности, у кого нет работы, кто вот там женщины с детьми, гибкая занятость, при выходе на пенсию люди не уходят, потому что просто теряют себя после работы, теряют стержень свой главный, основной. И вот эта вот социальная миссия, социальная адаптация к разным жизненным ситуациям чрезвычайно важна. Ну и, наконец, мне хочется буквально вот еще один тезис, о котором, конечно, сказала Марина Николаевна, и которым, в общем-то, Сергей тоже много говорил. Это ориентация все-таки на поддержку того, что есть. Та самая нишевая экология, вот это вот управление. Не надо поддерживать и ориентировать меры на, как бы сказать, вот на мертвое. Надо прежде всего поддерживать уже то живое. Вот, извините, буду уж прям цитату из Библии. Я Бог живых, а не мертвых. Вот это точно про креативную экономику. Неважно, какие. Вот, Евгений, вы абсолютно правильно ставили вопрос, как искать эту специализацию. Да прежде всего поддерживать то, что уже хоть чуть-чуть выросло. Не надо поддерживать пустых мест. Не надо просто создавать те или иные структуры, неважно, агентство или оно, или что-то. Надо поддерживать, вот, и мне очень понравилась вот эта идеология, как бы, Москвы разговаривать с бизнесом, и абсолютно, еще раз говорю, согласно Сергею Матвею, все определяет толщина вот этого креативного класса, как назвал их Флорида, люди, которые меняют будущее. Поэтому я думаю, что совместными усилиями мы все-таки договоримся о тех мерах государственной поддержки, которые действительно будут способствовать развитию креативной экономики и в то же время все-таки как-то демпфировать или, может быть, даже иногда менять направление, естественно, складывающихся трендов. Но мне кажется, что все-таки этот год может стать прорывным в государственной поддержке. К этому сейчас складываются все обстоятельства. Это не только концепция, это попадание и в приоритеты социально-экономического развития, и в том числе в приоритеты стратегии социально-экономического развития. И тут Министерство культуры с рабочей группой, с экспертами тоже прикладывают сегодня огромные усилия, чтобы вот это действительно стало явью, что называется. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна Севолодовна. Ну, хотел бы, конечно, предоставить слово Виталию Анатольевичу Куриному, потому что, ну, вот мы хотим сейчас побыстрее, да, я уже понял, но Виталий Анатольевич знает регионы, много в них ездит, понимает, как там на местах. Вот, Виталий Анатольевич, какая там боль, как может помочь концепции, и можно ли побыстрее? Да, Евгений Сергеевич, ну, спасибо, во-первых, ну, мы очень рады, что, наконец, понятие креативных индустрий вошло в оборот российской государственной политики. Это происходит, как обычно, с гигантским запозданием. Вот. И, что называется, поезд уже давно ушел, но я помню, как само это понятие избегалось, да, так сказать, как понятие человеческий капитал, например, в основу государственной культурной политики, где даже слово креативное было дискриминировано. Так что да, ну, это очень здорово, и я должен сказать огромное спасибо всем коллегам, которые сейчас разрабатывают эту концепцию. Второй момент, мне кажется, очень важно понимать, как со всей государственной политикой, главное, ее результат должен состоять в том, чтобы не навредить. Вот. В том, что она может помочь, я как-то не очень сильно верю. Вот. Но на что я хотел бы, конечно, действительно сделать акцент. Во-первых, не надо думать, что то, что называется креативными индустриями, это какая-то новелла для России. Это, конечно, не так.
И нам в первую очередь, вообще-то говоря, нужно смотреть на свой опыт того, что уже было. А Россия проделала огромную эволюцию в определенных секторах креативных индустрий, так сказать, как бы имеет здесь гигантский уникальный опыт, который у нас, к сожалению, как бы легко забывается под влиянием как бы желания делать, как сейчас делают в развитых странах. Но если взять сферу народных художественных промыслов, этих самых крафтс, сказать, которые вообще-то в мире являются лидерами в любом случае, ювелирное дело, так сказать, как бы это вечная сфера культуры, так сказать, и все представительницы прекрасного пола со мной тут согласятся. Вот. Так вот, я напомню, что у нас были очень мощные периоды поддержки кустарей в 20-е годы, 30-е годы. Да? У нас был очень мощный период индустриализации креативных индустрий благодаря Никите Сергеевичу Хрущеву, который превратил все это в крупные предприятия. Сегодня мы пережили во многих регионах возврат к такому кустарному способу. И вот Евгений упомянул Костромскую область. Я считаю, что вообще всех мировых специалистов по креативным индустриям надо привозить в Красное на Волге, где есть при населении в 7 тысяч человек одно предприятие, которое там поддерживается государством, и еще несколько сотен фирм, сотен. Да, так сказать, как бы некоторые из которых уже благополучно находятся в Швейцарии, вот, как фирма «Соколов». Вот. Это ситуация повсеместная, поэтому, поскольку здесь представители регионов, я хотел бы действительно сказать, что ну, нужна тщательная ревизия того, что есть. Да, так сказать. Я очень соглашусь с точной поддержкой. Лучше не цифровой след, а лучше вот реально ножками проехать и посмотреть. Да, и поверьте мне, картина будет совсем другой. Да, ее нужно сделать видимой. Ее нужно сделать видимой, и там действительно есть проблемы, не буду на них останавливаться. Да, еще один момент, я все-таки хотел бы сказать о рисках. Коль скоро сделана ставка на креативную индустрию, нужно понимать, что будет креативный класс. А креативный класс... Это очень особая субстанция, это даже не утечка мозгов, потому что главная характеристика креативного класса – это его глобальная подвижность. Да? И как бы здесь очень важно понимать, как бы, развивая образовательные программы, да, так сказать, как бы, действительно на кого здесь делать ставку, на молодежь ли, которая обязательно уедет. Весь креативный класс российский сидит на Бали. Вот это вот надо хорошо понимать, да, так сказать, как бы, и прекрасно себя там чувствуют в эпоху пандемии, не пандемии. Очень согласен с тем, что было сказано по поводу вот, людей старших возрастов и так далее. Еще одна опасность связана, конечно, с тем, что креативная индустрия и как бы ставка на экономический момент, он приводит к тому, что локальный контент, локальное содержание будет вымываться. Вот то, что Вероника Александровна нам рассказала, звучит очень хорошо, прекрасно, но очень колониально, да, так сказать, как бы, да, давайте мы всех мастериц, как бы, да, так сказать, по стандарту заставим шить. Я прекрасно знаю этих людей и знаю, что очень часто для них это вообще не экономика, это образ жизни, да, так сказать, это творческие люди. Они так живут, да, так сказать, как бы они не хотят максимизировать свою прибыль. Им просто необходимо создать вот какие-то минимальные комфортные условия. И заканчивая, поскольку, опять же, мы говорим это применительно к региональному развитию, не могу не сказать, что мы живем, конечно, в особой с вами стране, уникальной и в особой реальности. Так сказать, эта реальность очень часто не экономическая, а административная. Мне кажется, очень важный фактор развития креативных индустрий в регионах – это то, чтобы само наличие локальной культурной креативной специфики стало элементом репутации региона. И я знаю, что это работает во многих случаях. Не может быть, на мой взгляд, российского региона, который бы не мог бы предложить что-то интересное и, главное, специфическое. И здесь ответ на вопрос Евгения Сергеевича по поводу как раз специализации. В самом понятии креативных индустрий понятие специализации заложено,
потому что продается то, что имеет культурную уникальность, да, так сказать, то, что имеет культурную ценность. Попытка здесь, так сказать, как бы везде делать анимацию или что бы то ни было еще, она не самая плохая, главное, чтобы она сохраняла культурную специфику. И здесь важно соблюсти вот этот баланс все-таки как бы глобального и локального. Локальное становится востребованным тогда, когда оно появляется на глобальной сцене. Это главный институциональный залог того, что креативные индустрии будут развиваться. И еще все-таки один пункт я тут добавлю. Конечно, креативная индустрия – это защита интеллектуальной собственности. И здесь нужна, ну, определенного рода тоже учет нашей специфики. Вот так сложилось, что у нас один из главных тиражируемых образов, извините меня, это не Маша и Медведь. Это вообще-то автомат Калашникова. И где роялти у нас от организации под названием «Хезбалла», где он находится на флаге, так сказать, и где роялти с польской водки, выполненной в форме автомата Калашникова. Поэтому, конечно, этим надо заниматься, и мы в огромном количестве продаем свое довольно неожиданное креативное культурное достояние совершенно за бесплатно всем направо и налево. Вот. Коллеги, ну, я надеюсь, что, конечно, этот год и вот эта концепция, она даст очень хороший, интересный, мощный толчок всему этому сюжету, это очень здорово. Спасибо большое. Но главное, толчок-то даст, но надо в правильную сторону, как вот вы сказали. У нас есть еще 10 минут, мне сообщили организаторы. Я хотел бы еще дать слово нашему ведущему эксперту по измерению, Михаилу Анатольевичу Гершману, который на самом деле многие новые сферы у нас в России оцифровал и измерил, и креативность тоже. Вот у нас есть передовой опыт выполнения работ для Москвы. Я надеюсь, что он сейчас со своей точки зрения расскажет, какие техники могли бы здесь быть полезны. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, видимо, завершать буду эту дискуссию и хотел бы, как представитель Института статистических исследований экономики знаний, собственно, затронуть тему измерения. В начале дискуссии представители Минкультуры, да, обозначили, что в концепции есть целевые показатели. Эти целевые показатели, если посмотреть, они высокоуровневые, то есть это там доля ВВП, численность занятых, экспорт-импорт, то есть очень такие высокоуровневые макропоказатели. Как мы будем их достигать? Это очень большой вопрос. Да? Как эти меры поддержки, которые предусмотрены в большом количестве, действительно повлияют на какие-то такие макродвижения этого креативного сектора в России? И мы с коллегами вот уже 2 года ведем работу с правительством Москвы, департаментом как раз инновационного развития предпринимательства по подходам к измерению креативных индустрий. Мы отталкивались, безусловно, от богатого международного опыта. И здесь выделили 3 ключевых подхода. Первый – это традиционный на основе отраслей, как бы это ни звучало, может, кому-то неприятно, это те же пресловутые АКВЭДы, поскольку, в принципе, основа любых измерений – это, в первую очередь, либо определение и система классификации. Без этого очень трудно какое-то явление измерять и описывать. Поэтому 3 подхода, еще раз повторюсь. Первый – это измерение креативного сектора как совокупности отраслей или видов экономической деятельности. Второе – это измерение занятости в креативных или в творческих профессиях. Да, и здесь там другие классификаторы, и тоже классификация профессий. И третье – это измерение внешней торговли, то есть классификация креативных товаров и услуг, соответственно, измерение экспорта и импорта. Эти 3 подхода мы тщательно изучили. Есть, безусловно, различия между странами. Страны применяют разные классификации. Есть международные некоторые подходы. Но мы попытались адаптировать это для России на примере Москвы. И с помощью этих 3 направлений измерили креативную экономику, ее масштабы, динамику, структуру и так далее. И вот, забегая немножко вперед, хочу сказать, что доклад мы, на самом деле, уже по результатам работы опубликовали несколько месяцев назад, но никак его, значит, не публичим, да, то есть вот ждем и надеюсь, что уже в конце этого месяца с правительством Москвы сделаем публичную презентацию этого доклада. Вот. Но что я хотел здесь еще раз отметить, что я, безусловно, согласен с выступающими в том, что
и классификаторы, текущие статистики, они просто не поспевают за темпом изменений, а креативная индустрия и креативный сектор — это очень динамичный сектор, и буквально целый ряд сегментов, которые действительно показывают максимальный там рыночный рост, они просто не входят в классификаторы. Да, это, например, видеоигры, которые мы вот отдельно так и не смогли выделить. Это, там, допустим, гастрономия, которая включается в ряде стран в перечне креативных индустрий. Это, ну, та же анимация, которая вроде бы была включена в АКВЭД, но где-то там на самом низком уровне, и когда мы увидим официальную статистику по ней, это еще тоже большой вопрос. Но и другие различные сферы. Новые медиа туда же относятся и так далее. Вот, поэтому я вижу несколько таких направлений перспективных развития системы наблюдения за креативными индустриями. Первое — это, опять же, то, что было уже упомянуто, анализ больших данных и цифровых следов. Есть интересные исследования, например, в Великобритании британский фонд такой есть Nesta, который является таким серьезным экспертным центром именно по измерению креативной экономики. Они, например, проводили, пытались очертить, измерить сектор видеоигр в Великобритании именно на основе анализа больших данных. И очень интересные есть выводы получены, оценки масштабов этого сектора, которые по-другому оценить было невозможно. Вот. Второе направление перспективное – это все-таки анализ, наверное, геоданных и пространственного расположения организации креативных индустрий, поскольку с этими данными мы сможем более, наверное, достоверно выявлять кластеры, например, или места концентрации креативного предпринимательства, креативных индустрий, ну и дальше, может быть, более обоснованно формировать политику. И третье важное направление связано скорее с социологическими исследованиями. Это могут быть и опросы массовых предпринимателей, которые, например, проводятся для большинства отраслей, например, в промышленности, в торговле, регулярно такие обследования делового климата они называются. И, допустим, новое у нас было исследование о сфере науки. Мы опрашивали тоже ученых о том, какие барьеры существуют в их конкретных там секторах, областях деятельности, и какие меры поддержки могут быть востребованы. Ну и, собственно, с помощью таких инструментов можно оценивать эффективность мер поддержки, то есть получать обратную связь о том, использовали предприниматели эти меры, не использовали, были эффективны или нет. Ну, то есть получать такую массовую обратную связь. Вот. Ну, в целом, заканчивая, наверное, свой краткий комментарий, хотел бы отметить, что, безусловно, на мой взгляд, такая система измерений креативных индустрий должна развиваться, и нельзя отказываться как от традиционных подходов к измерению. Нужно, наверное, совмещать и те подходы, которые есть и в странах, и у нас, и развивать также новые методы наблюдения. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Анатольевич. Ну, мы завершаем уже. Я хотел бы вернуться как бы к началу и спросить Марию Николаевну, генерального директора Роскультпроекта, я так понимаю, главным разработчиком концепции, дать нам, ну вот, обратную связь по нашей дискуссии. Наверное, вы хотели спросить коллег из Министерства культуры. Да, они оставили нам Марию Николаевну. Да? Да. Уважаемые коллеги, что бы я хотела сказать? Мы понимаем прекрасно, может быть, концепция немного кому-то кажется запоздалой, но я думаю, что хорошо, что она случилась и что она есть. По поводу всех вопросов, которые там не отражены, о которых коллеги говорили, я хотела бы добавить, что следующим этапом после утверждения концепции у нас будет разработка плана ее реализации, и это более действенный, ну, такой главный документ, который уже будет разрабатываться с привлечением более широкого круга участников. И, конечно, мы привлечем ведомства, наши федеральные структуры, и будем советоваться со всеми с нынешними экспертами, которые есть в нашей рабочей группе, и максимально привлечем всех желающих к этому процессу. Поэтому я считаю, что мы движемся в правильном направлении, и желаю всем успехов в этом нелегком пути. Но все-таки тот путь, который мы выбрали, он правильный. И очень надеюсь, что наши проекты войдут в фронтальную стратегию экономического развития России.
Спасибо большое, Мария Николаевна. Мы тоже очень надеемся. Так, безусловно, это правильный путь. И также важно, конечно, дальше сделать план, который бы соответствовал реалиям и нужным развития этого сектора. Мне кажется, что сегодня, я хочу всех поблагодарить, у нас отличная была дискуссия, очень много идей было высказано. Что я от себя зафиксировал, безусловно, это не исчерпывающий спектр, но тем не менее, первое, то, что, на что мы не смотрим, межрегиональные взаимодействия, разные вин-вин решения, как московский инновационный кластер, когда одни проекты привлекают участников из других регионов. Почему нет? Второе, кластеры – это не только пространство, но еще и некоторые группы предприятий со своими общими интересами, которых можно продвигать. Третье, новое открытие России, я бы так это назвал, просто переоткрытие России, где нужно использовать и статистику, и цифровой след, но и обязательно социологию пройти ногами, чтобы понять, что нужно развивать, где эта умная специализация. Четвертое – это социальная миссия. Это очень важно для креативных индустрий. Много говорил спикеров сегодня об этом. Женщины, вовлечение женщин, активное долголетие. То есть не только молодежь. Вот здесь сужать никак нельзя, и все эксперты с этим согласны. И, наконец, пятое, то, чего мы только коснулись с Сергеем Юрьевичем, а как создать нам мировые бренды и звезды, которые монетизируются и которые приносят деньги? И как сделать так, чтобы, ну вот, наша карта России, да, это стала такой картой брендов, знаменитых брендов по всему миру. Я думаю, что вот эта вот мета-цель, ну, которым мы могли бы руководствоваться в своих дальнейших действиях. Еще раз хочу поблагодарить Татьяну Вседловну Банкину, прежде всего, которая помогла собрать этот круглый стол, без нее он бы точно не состоялся, всех участников, организаторов, группу от Института исследования экономики знаний во главе с Еленой Насыбулиной, Суле Смагуловой, и нашу группу переводчиков, которые сейчас переводят нас, потому что у нас мультикультурное, это тоже очень важно, мероприятие, транслируемое за рубеж. Спасибо большое, коллеги, рад был вас видеть, надеюсь, что не последний раз.